Всех приветствую на своем канале. Здравствуйте, на связи сервер Гартерейн, и мы продолжаем играть в Вархейдж. Сегодня я хотел бы поговорить об ивенте, который проходит на леднике. Попасть на ледник можно через врата в Остере для восточников, для западников в Мириенхольде, в штабе. Сразу же заходим, видим квест, берем квест. Все делается очень легко, быстро и просто. Кормим медведей. С этим проблем вообще нет. Вот они, как видите, кормятся очень хорошо. Сразу же сдаем квест быстренько. Получаем жетон. Вот таких вот 250 жетонов. И можно получить, получается, по ивенту у нас Баркас. Баркас и Никита. Подходим вот к этому человеку, берем у него квест, тут же сразу ему сдаем квест, это на железо, он просит 20 кусков железа, в общем, мы даем, все. Подходим к следующему, тут же берем, делаем эту удочку, удочка у нас делается только одна, к сожалению, но тут есть тоже плюс. Сейчас объясню, то есть взяли у него квест, сделали удочку, для этого нужны упаковки древесины, ищем лунку. Распаковали удочку, сели и давайте рыбачить. В чем плюс? Удочка у нас на 30 минут дается, и рыбачить можно все 30 минут. То есть не нужна никакая наживка, ничего вообще не надо. То есть просто рыбачим, получаем рыбу по ивенту. Рыбачим в течение всех таких 30 минут в любом случае. Даже если мы поймали эти 10 рыбок, которые требуются по квесту. Объясню для чего. Квест можно сдать несколько раз. То есть чем больше вы поймали, ну вот я 50 штук поймал, да, при непрокачанной профессии. То есть я получил, грубо говоря, 10 жетонов сверху. За каждые сданные 10 рыбок мы получаем по 2 жетона. То есть в итоге у меня получилось 13 штук. Конечно, так копить намного проще, да? Помимо этого выпадают еще какие-то сумки, еще получается моменты интересные. Вот на твинке вот я много этих сумок поймал, но еще не открывал. Тоже тут думаю пока не открывать. А на этом все. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.